Привет всем, дорогие друзья! В этом коротком видео я хочу вам показать краткую инструкцию о том, как установить ProMods в мультиплеер Trackers MP. Как вы видите, ProMods добавляет очень подробную карту, уже существующую, расширенную. Также к ней добавляет много разных стран, например, Андорра, Испания, подробная карта Великобритании, остров Мэн, Ирландия, Исландия, Фарерские острова, северную часть Норвегии и Швеции, северную часть России, тут, например, где Мурманск, также северную часть Финляндии, некоторые города Украины, Молдавии, Румынии, добавляет балканские страны, такие как Румыния, Болгария, вплоть до Греции. Также еще расширение на юг. Остров Кипр, часть Египта, Израиль, Ливан, Западный берег. Вот такая карта будет доступна вам в мультиплеере. В принципе, есть где покататься. Сейчас вам коротко расскажу о том, как это сделать. Внимание, ProMods будет работать только при наличии всех DLC по поводу карт. То есть, у вас должно быть Going East, Скандинавия, Beyond the Baltic Sea, Италия, Франция. Вот эти вот 5 карт у вас должны быть куплены и установлены. Если нет хотя бы одной из них, ProMods работать, к сожалению, не будет. Ребят, начнем с того, что заходим на официальный сайт ProMods по адресу www.promods.net. Вот главная страница. Обязательно надо зарегистрироваться. Внимание! Регистрироваться нужно, используя почту не mail.ru, потому что с этой почтой не регистрирует он. Ну, любую другую, например, gmail.ru пойдет. Так, после регистрации так вот будет выглядеть главная страница. Заходим во вкладку Download. Здесь следуем инструкции. То есть, первый шаг. Выбираем язык. Нажмем ОК. Второй шаг. Нужно создать dev файл. Нажмем сюда, чтобы его сгенерировать. Открывается новая вкладка. Здесь можете оставить все по умолчанию. Это будет все как в игре. Тут можно цвета в навигаторе поменять. По вашему усмотрению делайте, что хотите. Нажмете сгенерировать. Скачивается dev файл. Сохраняете его в папочку. Закрываете эту вкладку. Переходим к третьему шагу. Здесь у вас два варианта. Можете скачать всю карту ProMods одним архивом, но это платно. С помощью PayPal оплата. Кто не хочет платить, можете скачать эту же карту, разбитую на несколько частей, только с просмотром рекламы. Так что отключайте Adblock, жмете сюда, просматриваете там короткий ролик и скачивается файл. Здесь скорость скачки ограничена и количество одновременных загрузок тоже не более 2. Так что немного дольше, но бесплатно. Также можете скачать Middle East, то есть Ближний Восток, но это который там ниже Кипра. Египет и все вот такое. Это тоже скачиваете. Про Trailer & Company, к сожалению, ничего не могу сказать. На данный момент никакой информации об этом нет. Вроде бы они не поддерживают. Это ProMods Middle East, это вот Ближний Восток. Это ProMods
Эти вот файлы, которые по отдельности разбиты, скачивайте их в одну папку. Смотрите, как их разархивировать. С помощью, например, WinRAR нажимаете на главный файл, который без циферок. Он первый самый, который был. Нажмете дважды и открывается полностью архив. Потом переходите в компьютер. Документы. Ищите папочку Euro Truck Simulator 2. Папка мод. И вот эти вот все файлы с архива перекидываете сюда. Они у меня уже перекинуты. Потом перекидываете файл dev сюда же. Потом открываете архив Middle East. Отсюда также два файла перекидываете в эту же папку. И все, больше вам ничего делать не нужно. Просто закрываете это все. Запускаете мультиплеер. И выбираете сервер ProMods. И все. Больше ничего не нужно сделать. Это мультиплеер сделает за вас все сам. Просто нажимаете продолжить игру. Я играю на своем же профиле, но советую сделать копию вашего профиля на всякий случай. Вдруг вам захочется поиграть на обычной карте, и вдруг с ним что-то случится. Заранее сделайте копию, где-нибудь сохраните. Все. Вот вся карта новая, со всеми новыми городами, которые еще невозможно будет объехать. Это очень много. Вот такая короткая инструкция. Спасибо всем за просмотр. Пишите комментарии, обязательно всем отвечу. Ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся на стримах, ребят. А пока.